Добрый день. Сегодня 17 мая. Я гулял, палку вижу. Тут цветут акация клейкая. Вот. Она в этом году цветет очень богато. Я помню, я показывал несколько лет назад. Все равно. Нельзя не порадоваться. Обычно акация она какая-то белая. Сейчас тоже во все цветет. На тот раз я всегда с царских времен. А вот такую вот розовую стали сажать уже действительно в наше время. Не знаю, может она больших деревьев не образует, растет кустами. Очень красиво, конечно. Правда, запах у нее, ну как положено акации, но он немножко слабее. Что-то целые аллеи посадили. Наверное, не видно. Хорошо, что целые несколько рядов деревьев. Это парк на левом берегу. Такие вот. Я удачно заглянул сюда. Такие вот красивые деревья. Большие цветы и соцветия. Здоровые в этом году почему-то обильно цветы. Раньше я или просто не в то время приходил. Бесплатный подарок.